Если балет – это ваша профессия и вы хотите развиваться, то можете за короткий срок поднять уровень своего мастерства. Компания «Косок» проводит в Санкт-Петербурге мастер-классы с участием лучших отечественных и зарубежных педагогов классического танца. Компания «Косок» была создана с целью объединить прогрессивные творческие силы балетного мира и создать благоприятные условия для развития артистов и педагогов. Дмитрий, покупайте гранты. Мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных людей – и опытных мастеров, и молодых танцоров. На наших мастер-классах вы можете поделиться своими знаниями и умениями и приобрести новый опыт и контакты. Лучшие педагоги представляют у нас свои уникальные методики. В условиях современного театра очень важно не только досконально знать каноны классического жанра, но и быть в курсе актуальных тенденций развития балета. Мне повезло, я работаю в Мариинском театре, имею возможность работать с разными педагогами и заниматься разными уроками, пробовать что-то новое, потому что к нам на фестивале приезжают разные педагоги. А вот людям, которым в этом плане, может, не совсем повезло, это уникальная возможность для них, и это замечательно. Мы иногда, конечно, ходим в другие театры, но это не всегда удобно просить там пропуск или кого-то там, чтобы тебя пропустили. А мне кажется, сюда удобно, пришел, как бы позанимался. Раз урок дает такой замечательный педагог, как Элла Тарасова, сегодня, которая давала урок, я всегда люблю ходить на ее уроки в нашем театре. Еще у нас есть замечательный педагог Андрей Баталов. Если он будет давать урок, я советую всем тоже сходить, потому что это очень интересно и для головы, и для ног, и вообще для координации. Так что приходите, это просто замечательная идея. Занятия со специалистами высочайшего класса позволяют выйти на новый уровень владения мастерством, чтобы в полной мере реализовать себя в любимом деле. Будучи танцовщицей, я всегда старалась по возможности, если у нас получалось, пойти в те или иные труппы и попробовать другой класс. И многое начинаешь передумывать. Как молодому начинающему педагогу мне очень полезно и необходимо участие в этом проекте. Нужно как-то опробовать свои силы, нужно посмотреть на мастерство других преподавателей, может быть, взять что-то новое для себя, научиться чему-то. Я считаю, что всю жизнь нужно учиться, всю жизнь нужно приходить в класс, несмотря на то, что ты уже народный артист или заслуженный артист, или ты собираешься на пенсию, если ты перестал учиться, можно ставить на себе крест. Без информации в современном мире никуда. Не исключение и наша профессия. Компания «Косок» постаралась сделать так, чтобы вы могли легко и быстро получить интересующие вас сведения на нашем сайте. Очень рад, что вообще появился у нас в Питере такой проект, появился, где можно собрать разноплановых, разноуровневых людей, которые хотят заниматься, хотят что-то новое познавать. Сюда будут приглашаться не только русские педагоги, но и педагоги, скажем, из Гранд-Опера, из Нью-Йорк-Сити и так далее. Мне кажется, нашим артистам это будет очень интересно, потому что не все, приезжая на гастроли в другие страны, могут попасть в эти театры и попробовать там позаниматься. Танец – это единственное искусство, материалом для которого служим мы сами. Поэтому заботьтесь о себе и занимайтесь собой. Успехов, роста и не покладать рук и ног. А компания «Косок» с удовольствием поможет вам в этом.